Моето кръщение всъщност беше идването ми тук за първи път. Нейното кръщаването беше за първ път тук. Она впервые приезжает сюда, чтобы получить крещение. И дойдох повече с болки. И она пришла сюда с болью. В краката. В ногах. И краката. И в руках. У нее были тёпла рука. Изненадата ми беше голяма. И ее было удивление очень сильным. Когато още не бях настанена. Когда даже не, была еще не вошла в это в гостиницу, когда брат Максим, Людмила, и я его переводила ему на Максиму, и на мунче, и один парень, который один брат, который служил тоже вместе с нами. Дойдоха, пришли и ми помогнаха. И сразу же помолились за нее и помогли ей. Помазаками. Помазали ее. И болката, която чувствах в ръцете, и боль, которая она чувствовала, сколько години се чувствовала? 2 години. 2 года она чувствовала эту боль в этой руке. До вечерта. К вечеру. Нямаше вече и страх. Никакой проблемы не было. А за крака? А за ноги? За колено? След 2 сеанса. После 2 молитв. Краката почнаха да не ми... Да не... Как да вам кажа? Да... Да, не да изтръпват, ами да пръщат. Как... Нямало болко... У нее не было болевых ощущений в колени. Благодаря от сърце. Спасибо от всего сердца. Брат Максим. И брата Максима. И люди. И всех, и всех, и всем людям, которые были возле него. И които се молиха за мен. И которые молились за меня. И това, което душата ми изпълниха. И когда, и самое главное, душа мою была наполнена. С обичта, с любовта на Господа. С любовью Бога и Исус Христос. Исуса Христа. От което бих искала за бъдеще и аз да помагам така, както ви помагам. И она получила импульс помогать тоже этим всем людям, которые помогли ей, так делать и другим, передавать это. Слава Богу. Слава Богу.